Caroline, we are running out of Antizin. We have to explore every possibility. We can't wait any longer. Всем привет, друзья мои хорошие, с вами спикер и зомби апокалипсис Дайфлаг. Я, мне кажется, пролетел самолетик. Да, вижу грузик, можно сбегать к нему и забрать. Но находится он чертовски далековато. Скажу, нет, слишком далеко. Сегодня мы поедем уже на задание. Новое задание — великое ограбление поезда. Нужно браться до моста и уже помочь там. Почтовое безумие, мне осталось поискать посылочку за пределами почты. Хорошо, это как раз по пути, и мы как раз заедем. Так, что у нас машинка? Давайте посмотрим. Да, видно, что у нас запчасть поврежденная, и нужно ее починить. Так, починили, и что у нас есть? Аксессуарчики у нас нету. И, в принципе, можно такую раскраску сделать. Так, что тут? В принципе, тут и все. И посмотреть, что у нас с бензинчиком. Бензинчик полный. Да, чудненько полный. Ну что, друзья, отправимся. Сегодня у нас будет мачете-череп. Да, я прикупил, и вот такой мачете, кажется. Ага. Катаночка и дробовичок. Ну что, мой друг, поехали. Почтовое безумие. Сперва возьмем посылочку. Мне кажется, наверху находится, прямо наверху. Наверху моста. Мы заберем сюда. Посмотрим, что у нас в машинке. И, конечно, отправимся уже к поезду. Ограбление поезда. Добраться. А до моста? Ну да, все верно. Интересно, конечно, было ограбить поезд бы. Так что, все правильно пока еду, все пока правильно еду. И, конечно, нам будет еще зачесть наши гнездышки. Гнездо прыгунов еще с этой стороны есть. Еще, кажется, снизу есть одно. И сверху еще два штучки. Так что, друзья, мы еще, конечно, позачистим. Там, видимо, кому-то нужна помощь. Ну-ка, давай повернем. Раз по пути, значит, поможем. Чем сможем. А, ребята, с оружием! Ребята, с оружием. И сейчас будем отрезать им руки и ноги. Пища. Я не высунусь. Так, хорошо, у меня всего лишь 3 патрончика. А вот хп нужно поднять, конечно же. Ребятишки, вы, походу, не... Слушайте, они будут перезаряжаться. Я жду, пока они будут перезаряжаться. Они, видимо, не хотят перезаряжаться у меня. Так, ну есть другой способ. Конечно, есть другой способ. И сейчас мы это сделаем. Так, кидаем. Ребятишки, держите. Маленько отвлекающий маневр. И идем в атаку. Ох, он живой еще! Какую кошку, мой друг! Все, успокоился. Смотрите, друзья, мы угомонили его. Одного убили, и он сразу сдался. Он, походу, контуженный маленько. Забери оружие мое. Вот так с тобой поступим. По-жесткому. Что с тобой, сисюка? Забери патрончики. Обыщем. Послушник. Да, друзья, убили двоих, и мы уже послушник. Ну что, поехали дальше. Вот такие у нас веселые ребята были. Одного сразу убили, и второй сразу затих. Ох ты, куда ты прыгаешь? Так, я вижу мостик, мне нужно подняться наверх. Но за мной, походу, бегут. Пусть бегут. Мы сейчас выпрыгнем прям вот тут. Ох, выпрыгивай. Машинка полетела. Где наш бегун? Бегуна я не вижу, а мне нужно забраться наверх. Полетели наверх. Да кто меня бьет? 12 хп. Это тебе не шутки. Так, стой на месте. Сейчас, друзья, посмотрим, кажется, вот в этой стороне. Я отметку, в принципе, поставил. И находится... Так, секундочку. У нас почтовый... А, вот, да, точно, прямо по отметочке. Ну, пробежали чуть дальше. Так, с помощью кошки мы гораздо быстрее. Вот, я практически добежал. Ох ты, черт. Иди отсюда. Так, вот машинка, вот она. Почтовая машинка. О-о-о, плюшки, плюшки раскидывает. Где он? А, вот, там снизу? Нет, это не ты. Так, друзья, а, вон, с плюшками. Вижу, с плюшками, сразу его, друзья, гасим. Мимо, мимо. С одного удара. Так, что это произошло? Походу, что-то рванул. Он еще живой остался. Тут большой монстр, конечно, нужно убить, друзья. Давайте, наверное, это очень быстро сделаем. Либо он нас, либо мы его. Назад, назад еще быстрее. Привет, ребятишки. Режем. Режем, конечно же. Еще спускаются. Так, поднимем хп. Так, что-то, походу, в меня бросает. Так, ребята, заходим в автобус. Слушай, их очень много здесь. Бегунов этих. Первым делом нужно убить тебя, мой друг. Где ты у меня ковыряешься? А, вот он. Бросаем.
Все, он отвлекается. Другого тоже гасим. Плюшек мне не жалко для тебя. Походу, кто-то позади меня. Ребят, откуда тут вы взялись? Все, походу, где? Мы, походу, всех убили. Так, ну что, посмотрим. Походу, какие-то крики еще. А, вот, видишь, сюда. А тебе плюшкам достанется. Так, посмотрел, так и держим. Уже практически труп. А, ты умер. Ну, давайте, друзья, откроем, посмотрим, что у нас. А, у нас даже ключик есть. Я думал, как-то будет с отмычкой. И тут у нас есть посылочка. Да, посылочку нашли. И посылка, походу, для мальчишка. Так, ну что, мы поедем, конечно же, дальше. Посмотрим по карте. Мне нужно спуститься вниз, прям вдоль. Прям вдоль этой дороги, получается. Так, моя машинка находится чуть дальше. А мне нужно подойти к дальнобойщику. И, может, что-то прикупить у него хорошее. Так, привет, ты торговец? Давайте что-нибудь прикупим. Можно, конечно, и что-то продать ненужное. Так, давайте посмотрим, что у него есть. Ох, у него детали, друзья, есть. Это же реально круто. Так, конечно, покупаем третий уровень. Это Каранец да круче, и это тоже покупаем. Ах, мой друг, у тебя, видимо, только детали есть. А мне нужно, в принципе, оружие. Уже даже пятого уровня. Ну, пятого уровня мы, конечно, не поставим. Так, хорошо, в принципе, достаточно. Погоди, мне еще нужны болтики. Так, куплю я всем. Ну, в принципе, и все. Можно прокачать нашу машинку. А вот тут, видимо, у него такой огородик. Симпатично все сделано. А машинка моя находится... А, прямо подо мной. Прямо подо мной находятся мешки, в котором будем прыгать. Так, ну что, друзья, посмотрим, что можно поставить на машинку. И до какого уровня можно ее прокачать. Так, я вижу, у меня повреждение детальки. Можно даже пятого уровня поставить. Ну, давайте поставим. Это же реально круто. Так, что у нас получается тут? Ну, в принципе, машинка у меня зелененькая. Поехали. Походу, мы застряли. Сейчас, не секундочку. А нет, пока что выбирались. Так, давайте проще так сделаем. И прям по отметочке, прям вдоль моста. О, ускорение сделаем. Прям вдоль моста нужно будет ехать. Но там я не смогу забраться. Ну-ка, погоди. Нужно посмотреть еще раз по карте. И, в принципе, можно проехаться. Там есть дорожка такая. Прям возле горы. Сколько у нас интересно времени сейчас? Так, где тут должен поворотик быть? Прямо возле горы и возле нашего моста разрушено. И нужно посмотреть еще бензинчик, кстати. У меня уже бензинчик, походу, кончался. Там ребятишки с большим монстром. А, но можно проехаться и тут, конечно, потом съехать уже. А вот наш трамплишка, ну-ка, держись-ка. Ух, полетели. Прямо на зомби давай. Нет, маленько не долетели. Спецэффекты, друзья. Взрывается прямо перед нами. Так, я практически доехал до нашего моста. И в той части я уже, конечно, не был. Будем изучать, конечно. Да, прям по курсу наш мост находится. Вот прям по путям. Обезопасить мост. Ну, это дело доброе. Я вижу, ребята, у нас с пушками. Давайте, друзья, поиздеваемся с нашими ребятишками. Возьмем арбалетик и уже, конечно, пистолет на всякий случай. Стрел у меня есть 20 штучек, так что мы сможем, конечно, их всех поубивать. А вот и первая жертва. Да, долго, конечно, перезаряжается. Ух, попали. Это было чертовски больно. Давай наверх, я вижу справа и с левой стороны есть. Оп. Да, сразу же убить, конечно, не получится. А есть прям в голову. А он все, походу, мертвый, кто мне с правой стороны гасит. Так, я вижу на вышке. Ох ты, жесть, динамит полетел. Что это было? Нужно КБ поднять скорее. А вот чувакам нужно очень быстренько снять. Да, он готов, и ребятишки там еще есть парочка. Ну-ка, давай в прыжке прям. Оп, попали. Так, еще один динамит. Что-то неактивно разбросались. Мы тоже можем раскидать. Ну-ка, давай-ка возьмем-ка. Там, получается, зомби у нас нет. Там только ребята. Ух, мяса сколько. Давай наверх.
Я иду, иду. Конечно, подойти поближе и уже ручонки вам подрубать. Я вижу, со стрелами торчит чувак. Сейчас, погоди, я все-таки поиздеваюсь над вами, ребята. Берем арбалетик, ох ты. Как ты закинул там? Еще одна стрела. Сейчас повтыкаем тебе 20 штучек. Так, с третьей стрелы, походу, он уже готов. Давай-ка, высовывайся. У меня еще 7 стрел есть. Пойдем, друзья, ручонки отрубать. Ручонки либо головешки. Так, ребята, еще с той стороны нужно параллельно зачищать. Идет в атаку. Поднимем ХП и пойдем дальше. Что у меня, кстати, с оружием? У меня дробовичок стоит. У меня слишком много огнестрельного оружия. И нужно что-то поставить. О, топорик радуга есть. Да, конечно, топорик радугу делаем. И вот он, новенький у нас. Так, с той стороны, походу, уже все зачищено. Проверим, что взрывается, вижу. Да, тут уже все чисто. Пойдем поверху. О, ребята, еще сверху есть. А вот это было, конечно, нежданчик. Не очень, не вовремя ты сделал, мой друг. Так, давай поднимем ХП. Так, ну что, берем Валерочку. И с одного выстрела. Нормальный хедшот. Так, второй где-то у нас... возле колонны. И где-то еще прям тут спрятался. А, вон еще есть. Так, прилетел гренка. Какой ты живучий оказался. Вот так, пожалуйста. Так, что у нас, ребят, есть? У них только автомат есть. Который мне, в принципе, и не нужны. Там что взрывается еще. Думка, берем арбалетик и давай-ка наверх. Вижу. Вижу цель и можно обойти с другой стороны. Топориком. С помощью топорика, друзья, мы идем уже рубить его. Наше мясо живое. Вот он, наше мясо. Ух ты, я не могу пройти. Давай наверх. Так, он прям над нами находится. Держи греночку. Ух ты, жестко мясо. Так, где-то прям сниду. Прям на него. Ох, да. Обалдеть, как же ему расплющили. Да, друзья, все, мы зачистили. Все потрясающе. Найди убежище братьев. Ну, давайте найдем вагончик какой-то. Я вижу зону поиска, и нужно проверить, видимо, все вагончики. Есть кто дома? Пойдем к следующему. А, он сказал, третий вагон, кажется. Считать, в принципе, я умею. Ну, хотя бы до трех. Так, вот и есть третий вагончик. А с какого конца? Вот этот другой вопросик. Ну вот, третий вагончик, все верно. It's me, fuckers. Let him in, Fatin. It's him. You are right. He can't come to three. Час дня. Ну, в принципе, хорошо. Час дня у нас. Давай открывай двери. О, наши близнецы. Привет, ребятишки. Как ваши дела? Какие-то чертежи у вас? Ну-ка, давай поговорим. A secret project. Don't talk about it, Fatin. You know people like him just repeat everything they hear. But he might be useful later. Then we'll tell him when he becomes useful. Maybe we should let him stay here. Proximity to us can only raise his intelligence. Your generosity is overwhelming, but I believe you promised me something earlier. You're underestimating us, Crane. We did it remotely, just a moment ago. Now this device will react to anything that's cheap. And when something's cheap... Then usually it's pretty valuable. Unless it's your neighbor's dog. Now let's get down to business, Tolga. Time to start the project. We'll be in touch, Crane. Take care. Вот мы и поговорили с братьями. Кстати, один из них гораздо умнее другого. А какой из них, друзья, напишите в комментариях. Это можно понять по прическе. Так, ну что, друзья, пойдемте дальше. У нас есть почтовое...
Кто мне все-таки пищит? Ну-ка, секундочку. Походу, нам что-то нужно найти. Ну-ка, посмотрим по карте. Так, задание. У меня собрание нужно. Добраться до Джасира. Педаль в пол. И почтовый безумер, который по ссылочку я взял. Ну, давайте посмотрим. Так, где-то прям тут опикает. Секундочку. Ну-ка, давай сюда. Нам нужно прям вот сюда попасть. Так, можно открыть. Так, ну-ка, свет, походу, здесь чувак, которого мы искали. Либо что-то нужно. Ну-ка, давай откроем. Давай, давай, сильней. Все, перестал. Армейская магнитная карта нужна. Ух ты, черт. А где же ее найти-то? Тут еще одна. Но я не могу тоже ее открыть. Довольно интересный контейнер такой. И что в нем находится, довольно очень любопытно. Так, ну что, друзья, это, конечно, потом разберемся, что почем, а нам нужно почтовое безумие закончить и отправиться на собрание. Кстати, у нас тут есть... Ну-ка, давай откроем, посмотрим, что там хорошее может даже будет. Нет, секундочку, чуть выше. Нет, чуть ниже, походу. Чудненько. Давай-ка открывай и посмотрим, что там полезного будет. Ну, в принципе, аптечка. И все. Мне нужно найти еще бензинчиком. Так, походу, с другой стороны. О, хорошая. Ребятишек, походу, там уже перебили. Нет, все-таки я туда не пойду. Хорошо, друзья, отправим уже по ссылочку обратно и уже поедем на следующее задание. Бензинчик у меня, в принципе, есть. Детали у меня все целые. Турбоскорение есть. И все, нафиг, друзья. Ух, прям стоп. Нормально так все. А другого задания, видимо, у меня нет. Ну-ка, посмотрим по карте еще разок. Мне нужно задание, может, какое-нибудь смогу даже спросить био в гоночной афиш. А где это находится? Ну-ка, посмотрим по карте. Карта, я уже отметил, я не вижу. А нет, вижу. Можно заехать и взять уже. Можно заехать даже и в гнездо прыгунов. Давайте, наверное, сейчас как раз, друзья, это сделаем. А уже в следующей части поедем, отвезем посылочку. Так, ребятишки, посторонитесь. Да, друзья, сейчас зачистим пещерку очередную. И я думаю, будет гораздо интереснее, чем предыдущий. Хотя все пещерки разнообразны и интересны собой. Но мне больше понравилось, конечно, взрывать пещерку. Больше экшена и больше зрелища. Ох, рядом с ним пробежали. Слушай, друзья, прямо на дороге стоят. Маленько в сторону можете отойти. Дорога для машин. Вам нужна пешеходная тропинка. Так, нужно... Городок, я помню, бензоколонку, взять бензинчику и проехать чуть дальше. Так, я вижу, нужна кому-то помощь. Секундочку, где находится? Охотничья вышка. Так, мы зайдем, бензинчику возьмем и поедем дальше. А нашу тачку, кажется, можно прокачивать тут. Я даже не знаю, где нашу тачку прокачать можно. Но отметки я тут не вижу, кстати. Так, хорошо, поехали в пещерку. Заедем на вышку и поедем в пещерку, друзья. В принципе, на этой серии мы и закончим. Может быть, как раз ночка. Так, где-то с правой стороны вышка. Ну, а тут я никого не вижу. Ну-ка, выйдем, посмотрим. Ох, какой видок открывается. Так, что тебе нужно, мой друг? Тебе есть оружие? Да, то, что нужно. Давайте посмотрим, что можно прикупить еще интересного. Я вижу, у тебя есть такой ножичек и есть типа такой клевец. Довольно интересно. Так, оружейные патрончики я, конечно, куплю. И вот такой у нас топорик есть. Так, я тоже его куплю. Так, у нас получается дробовичок есть еще хороший. 1200. Меч сколько? 900. Мне не нужен такой. И топорик 700. Нет, я, в принципе, купил то, что хотел. Ну и все, в принципе.
Мы, конечно, сейчас посмотрим. Там еще парочку зомби. Так, что мы купили? Тайный проект. Ну, довольно интересно. Конечно, мы подтверждаем. Потом, если что, мы возьмем. Сейчас наша цель — пещерочка. И что мы купили, друзья? Давайте посмотрим. Так, у меня арбалет стоит. Мне нужно поставить клинок. Топорик стоит и... Что-то как-то не вижу. Хорошо, потом посмотрим. Так, вот наша машинка. И куда нам нужно ехать? Вдоль дороги, в принципе. И где-то прям возле пляжа находится. Так, видите, это спуск получается. Так, это уже спуститься нужно, что ли? Ну, давай спустимся. Тут тоже можно спуститься. В этой части острова я уже не был. И, кажется, по отметке нужно смотреть. Ну-ка, еще разок посмотрим. Нужно держаться уже правее. А вот дорог, походу, тут нет у нас. Придется мне пешком уже добираться. Хотя нет, дороги есть. Да, практически туда ведет. Стоям вам. Так, нам нужно в ту сторону. Тут довольно страшно, друзья. Мне похоже, это какое-то кладбище. Да, я не ошибаюсь. Совершенно верно. Но зомби у нас тут нету. Довольно любопытно. Вроде зомби, а на кладбище у нас никого нету. И можно что-то посмотреть на эти хорошие. Хотя тут ничего у нас нету. Так, хорошо, идем уже в пещерочку. Сейчас найдем входик мы. И очистим. И, походу, нужно спускаться ниже. Ну-ка, давай аккуратно спустимся. Так, еще ниже. Ага, вижу, походу, входик. И придется, походу, маленько поплавать. Ну, давай-ка ныряем. Включи фонарик на всякий случай. И уже приготовить нужно будет зелье. Ух, сколько у нас охотников, друзья. Я вижу по карте их чертовски много. Так, походу, уже все вышли. Попели и идем уже. Идем разбираться с очередной пещерочкой. Так, вижу первых охотников. Даже зомби есть. Зомби есть. А вот вожаков я тут почему-то не вижу. Так, еще зелье пить нужно. Ребята, посторонитесь. Слишком плотность. Плотность наших прыгунов. Так, здесь получается у нас вход был. Ну-ка, давай еще разок. Ко мне идет. Так, берем катаночку. С электрошокером пойдем сюда. Пещерка очень узкая, друзья. Так, я вижу первого. Первого и гасим. Походу, он меня все-таки заметил. Все нормально. Теперь не заметит. Так, идем дальше. Дальше и углубляемся. Так, еще один вижу. Еще одного вижу, и пока никого больше не вижу. Гасим его. Быстренько гасим и уходим. Так, статус гнезда еще сохраняется, значит, нужно еще найти парочку. Так, тихо, здесь вода. Вот воду напрыгать не нужно. Стоит, смотрит. Стоит же, смотрит. Так, и вижу. Отлично, я вижу. А вот зомби можно, конечно, убить, друзья. Гасим сразу и превращаемся. Гаси его! Так, все спокойно. Все спокойно. Он прям передо мной стоит. Все, нет твоего вожака, мы уходим. Да, все, друзья, мы закончили. И я... Не вижу выхода из пещерочки. Ну-ка, пойдем наверх. Давай-давай, наверх. А, вижу выход. Да, друзья, скину нашего выход. Это, походу, был вход. Нет, это был выход. Ну что, друзья, на этом мы и закончим. Очень быстро зачистили пещерку. Уже реально опытные. А с вами был спикер
и мы увидимся очень скоро. Всем спасибо и всем пока.